Сегодня в Тувинском государственном университете в рамках четвертых рождественских чтений состоялось подписание совместного воззвания Буддийского православного межрелигиозного совета Тувы. В воззвании совет отмечает обеспокоенность по поводу духовно-нравственного состояния населения Республики Тыва и наличием острых социальных проблем. Совет связывает эти проблемы с духовно-нравственным кризисом. По мнению членов совета, для решения проблем, которые стоят перед обществом Тувы, необходимо объединение усилий государственных структур, средств массовой информации, общественных и религиозных организаций. В церемонии подписания воззвания приняли участие архиепископ Кызылский и Тувинский Феофан и Камбылама Республики Тыва Глапсан Чамзы.